Премьер-министр Дании Метти Фредериксен отметила, что из-за устойчивости мутации вакцинация людей от коронавируса может быть менее эффективной. Мутировавший вирус среди норок может представлять опасность того, что предстоящая вакцина не будет работать так, как должна. Метти Фредериксен, премьер-министр Дании, по ее словам, ситуация очень серьезная, так как мутировавший вирус может распространиться и на соседние страны. Истреблением животных будут заниматься полиция, армия и национальная гвардия. Отмечается, что норок в Дании порядка 15-17 млн. Вспышки коронавируса среди этих животных наблюдаются с июня. Примерно месяц назад сообщалось, что коронавирус нашли у норок на 41 ферме. Государственный институт сыворотки крови обнаружил 5 случаев мутации коронавируса на норковых фермах и 12 случаев заражения мутировавшим вирусом у людей. Издание объясняет, что мутировавший вирус отличается тем, что проявляет пониженную чувствительность к антителам. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.